То есть теперь мы можем соединить две точки нашего вот этого сплайна с каждой из вот этих двух позиций. То есть point position вот сюда, point position вот сюда. И point индекс у второго, один будет 0, а второй будет 1. Вот таким образом. И теперь смотрите, что происходит. Два объекта как бы соединены сплайном и постоянно смотрят друг на друга. Вот такой интересный трюк. Давайте вот это все удалим. Кроме этого, здесь есть полигон индекс. Это две цифры. То есть вот если мы сейчас их достанем, давайте все остальное удалим. Мы уже посмотрели, как это все работает. Я возьму результат и соединю вот сюда. Полигон индекс. Вот в других режимах этот полигон индекс, две сферы мы сейчас у них обнулим координаты. То есть они сейчас соприкасаются. Сплайн удалим. Два кубика удалим. Сферы соприкасаются. Полигон индекс ничего не показывает. Почему? Потому что он работает в режиме объект. Только в этом режиме, когда так же, как у нас, когда работают еще и выделения. Так вот, в режиме объект полигон индекс, вот эти два исходящих порта, показывают индекс того полигона, который первый фиксирует соприкосновение двух геометрий. То есть полигон индекс на первой сфере — это 58-й полигон, а полигон индекс 2 на второй сфере — это 49-й полигон. То есть для чего это нужно? Это позволяет ловить непосредственно нужный полигон. То есть еще раз забегая вперед, экспресса, General, мы